Сегодня, 27 апреля, в районе 10 часов 30 минут, водитель автомобиля КАМАЗ под управлением жителя города Махачкалы 73-го года рождения, не соблюдая безопасную дистанцию, допустил столкновение с стоящим на повороте в село Гоксерне автомобилем Hyundai под управлением жителя города Махачкалы 81-го года рождения. После столкновения КАМАЗ выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем Камри, двигающимся со стороны города Хасавюрт в сторону города Махачкалы под управлением жителя города Хасавюрта 77-го года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погиб сам водитель автомобиля Toyota Camry и его супруга 77-го года рождения. Еще один пассажир, девушка 83-го года рождения, находится в тяжелом состоянии.